И мы представляем главное предложение дня от бренда Vivaton. Абсолютный бестселлер, не имеющий аналогов в мире. Сегодня лучшая паста нашей страны и третий тюбик в подарок для всей семьи вы получаете за 999 рублей. Если у вас свои зубы, коронки, протезы, если проблемы с зубами, если когда вы чистите зубки, вы увидели капельки крови вместе со слюной, если неприятный запах или воспаление, вам поможет сегодня абсолютно всем зубная паста Vivaton калицевая без фтора. И о ней сегодня наш рассказ расскажет любимый профессор, создатель формулы, создатель бренда Vivaton Александр Михайлович Савелов-Дерябин. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, для кого наша паста? Ну, да, давайте начнем с пасты, потом я расскажу о кальции и особенно о свечах, которые мы уже говорили. Вот, я вам скажу, что самое ценное, самое драгоценное, это вы там почитаете, на каждой пасте написано, чтобы не тратить на это время. Но скажу так, что эта паста зубная прошла исследование в самых крупных наших институтах, например, ЦНИИС, Центральный институт стоматологии. Это на парке культуры, центральнее этого никого нет. Занимались этим и профессор Банченко, и профессор Зидра. И получили результат, что даже в ротовой полости, когда был AIDS, они это зарегистрировали, что они уже не определили вот такое страшное заболевание, как AIDS. Вот, это первое. Второе, это кариес, это пародонтоз, гингивит, тунгивит. Ни одна паста мира не сработала в этом направлении. Несмотря на то, что там страшная гремучая химия, нефть и все остальное. Но у нас чисто натуральное растительное происхождение. Но она дала такой результат. После этого нам предлагают обследоваться для далекого севера. В Академии медицинских наук Омска. И мы идем туда. И также берем пародонтоз, гингивит, ундивит. Собрали все пасты, которые были в те годы. Собрали все пасты. Там и все иностранные пасты, естественно. И ни одна паста не решила проблему гингивита, ундивита и пародонтоза. Только наша паста решила эту проблему. Это вы можете к нам заехать, потому что на каждом тюбике, на каждой упаковке есть наши координаты. И вы можете позвонить, прийти, и вам покажут эти документы, официальные заключения нашего Минздрава. То есть клиник, значит, Министерство здравоохранения. Вот, это первое. И поэтому даже вот этот орден, я очень как бы его люблю, очень, и их очень много, около 300 уже. Да, да, да. Но вот этот я очень люблю, потому что это орден за выдающиеся заслуги перед Отечеством, любым, в котором мы находимся, это Оксфорд. Это когда слияние науки с практикой. Потому что много сейчас научных достижений, философии много. И, конечно, каждый кулик свое болото хвалит. Но лучше всего вы откроете, посмотрите конкретно, непосредственно вот любой документ, который зарегистрирован не только в нашей стране, но и в мировой системе. Вот, теперь я хочу поговорить немножко о этой свече. Очень долго мы делали свечи, но они обычные такие суппозитории, вот в таких упаковочках они вытаскиваешь, и маленькие, и так далее. В чем их неудобство? Когда люди пальцем вводят в анус там, или там во влагалище, по-разному, там каждый для, смотря где воспалительный процесс. И вы знаете, когда в анус вводили, то, естественно, уже организм возбужден, как бы вот мышца, и она выталкивает эту свечу. И, конечно, результаты бывают очень слабые, и достигается не тот результат. Мы долго искали возможность, как изменить это направление. Потому что результаты сенсационные. Мы, естественно, перед этим мы поработали с животными. И самыми маленькими животными, то есть это собаки, кошки. Вот. Но потом уже и на коровах попробовали. И вот эти доклинические испытания показали вот вообще чудеса. Но там-то просто. Прямо даже, например, вот корове после родов там по два ведра выливалось гноя из влагалища. И мы вводили прямо в матку. Вот. Но это, там это удобно, потому что это громадное. А у нас это не так просто, потому что мышца плотная, и она как бы воспаляется, когда пальцем это люди делают. И я долго искал.
И вот мне ученица одна позвонила, моя из Китая. Так. Вот, и как бы, ну, она как бы изучила в то время еще относительно русский язык, и так ломаным языком говорит, что вот такие вот вещи я предлагаю, вы тогда говорили, что это сложно. И я вот нашла вот в Китае вот такой вот, значит, механизм. Ну, как своего рода игла, да, там. Ну, вот здесь вот такая кругленькая штучка, чуть-чуть маслицем или водичкой смазываешь и спокойно вводишь. А здесь, смотрите, как здорово все придумано. Да, да, специальный аппликатор. Снимаешь вот эту штучку. Ну, ладно, потом найду. Вот, и сюда вот ставится вот эта штучка и выдавливается. И непосредственно вот, уже. И прямо вот до сих пор, то есть проходит мышцу. Мышцу проходит и падает уже внутри. Да. Поэтому спокойно вы отдыхаете и ночью, и утром уже встаете, и совсем бодрый, другой человек. И здоровый. Да. И главное, воспалительные процессы уходят. Я же не говорю только геморрой, там и много-много другое. Мало того, это самая сильная питательная среда. Здесь вся формула крови по составу. 207 макро-микроэлементов. Все витамины, все аминокислоты, все незаменимые аминокислоты. И уникальный экстракт. Вот так красиво и мягко, ровно, без всяких... А тогда все и побаливает там потом после пальца. А здесь вот так спокойно все входит. Так что всю продукцию сегодня вы можете приобретать, тем более и свечи, найдете и паста Виватон обязательно. Дорогие, любые воспалительные процессы, любые кровоточивые... Кальций, мы о кальции говорили. Обязательно выбирайте. Кальций, я вам скажу, чтобы вы понимали, друзья мои. Я вот смотрю микроэлементный состав. Когда к нам приходят люди, то мы сразу посылаем на диагностику и делаем макро-микроэлементный состав. Вот. Это специальный государственный институт микроэлемент. Мы сами не делаем, мы просто забор делаем, но цены у нас такие же, как в институте. И мы просто отправляем курьером туда, и, например, до пятницы, если человек сдает анализы, до пятницы, то через две недели после пятницы уже получает результат у себя на компьютере. Потом люди приходят ко мне, почему люди хотят у нас делать. И у нас, так сказать, определенная очередь. Потому что это самый точный результат, что находится у вас в клетке. Не в плазме крови. Потому что плазма крови меняется от 5 минут до суток. А вот этот анализ по волосам или по ногтям некрашенным, то этот анализ делается целые 2 недели. Это выставляется на чашку Петри. Это все длинная история, это целая наука. И вот такой вот научный отчет. А цены ниже, чем вот вы сделаете в 10 раз, ниже, чем вы сделаете любые обследования крови.